Сегодня хочу записать видео о своих небольших бюджетных покупочках. Здесь есть, конечно, что-то небюджетное, но так как я покупала по акции, я считаю, что это бюджетное все-таки. Первое, о чем я вам хочу рассказать. Двойной эффект средства для снятия макияжа с глаз. Это от Нивеи. Я не знаю, можно это показать сейчас уже или нет, в связи с этими новыми правилами. Ставим так. Это Нивея. Двухфазное средство. Я его купила на замену вот Лореаль. Средство для снятия макияжа с глаз. Написано, что бережное удаление макияжа, формула салантаин, мухаж за ресницами, офтальмологический мозг. Короче, контролем прошло. Как же она у меня жутко жжет, стала жжать глаза. Я не знаю, я, может быть, просто макияж буду удалять ей. Вот на замену это я поэтому купила Нивею. Что еще я купила? А еще я купила крем Буржуа. Много наслышан я об этом креме тональном. Хитли Микс. Это именно тональный крем, не биби-крем. Консилер теперь точно куплю. Много лет, я вот года 2-3 я слушала про это, все его хвалили, но наконец просто магазин, у нас косметический магазин открылся новый. И там была такая акция, за 350 рублей я его купила. Вот на Красно Буржуа была скидка, 359 рублей он стоил. Но я думаю, чем было мне его не... Думаю, вот он тот момент, когда я просто обязана. У меня 51 номер. Я теперь точно... Ну, здесь вот буду брать и обязательно... Два раза я уже его воспользовалась. Какой это крем? Я не знаю, просто ко всем восторгам присоединяюсь. Но вот пока он у меня, знаете, он ничем не отличается от дорогих кремов, таких как от Dior. У меня вот Dior тоже был недавно, Givenchy я закончила. Ничем он отличается. Также покрытие у меня, лицо просто идеальное после него. Вот когда его наносишь, лицо и макияж просто идеально выглядит. Ну и моя обычная покупочка, это фитокосметика, удаление с ноготочков лака. Покупаю я их разные, голубенькие, розовенькие, здесь вот без ацетона, для чувствительных ногтей, есть с ацетоном. Для, вот удаляет все, вот глиттер, она все совершенно удаляет. Все, я вот сколько, года два уже покупаю только ее, ничем даже другой пробовать пока не буду, меня устраивает все во всем. Купила очок от Орли. Вот такой вот цвет он, фиолетовый, темно-фиолетовый. Мне, знаете, нравится здесь, что те Орли-лайки, в них очень, ну, вредных веществ мало. Кисточка мне вот такая большая, очень нравится. Давайте я его нанесу просто на ногти, он все равно один, потом стеру просто. Вот и цвет, я вот его на картинке увидела, он не, вот на картинке он такой же, я его на Вайлдберрисе покупала. Заказывала на Вайлдберрисе за 513 рублей. Так он, по-моему, 800 там стоит. Вот видите, какой цвет? Какой-то вот... Он кажется какой-то темноват, но он на самом деле, знаете, вот фиолетовый. Как бы темным кажется. Вот он какой, видите, вот он какой вот на картинках, такой же вот в жизни. Два карандашка приобрела от фирмы Nuxe. Это в Ривгош я купила за 270 рублей. Это очень популярный карандаш Nude Truffle. Очень, вот знаете, вот сейчас покажу я вам. Цвет у него такой, свет, он как бы светло-коричневый. Вот такой вот, куда-то я подставила камеру. Вот. Очень хороший. Это карандаш не для глаз, для губ. Что-то мне понравилась коричневая помада. Красить губы в стиле амбре, в коричневом. От Nuxe это у меня не первый, для губ первый карандаш, а вот для... моих, ну для глаз я постоянно, у меня много карандашей от Nuxe, они мне очень нравятся, тени от Nuxe тоже нравятся, постоянно покупки от карандаши, вот решил сейчас для губ попробовать первый раз, Nude Truffle. Еще есть там один цвет, я его придет, он мне обязательно покажу, поделюсь покупочками. Ну и конечно же, всем известная Vivienne Sabo, это уже для глаз коричневый, у меня закончился коричневый карандаш. Вот для глаз у меня в основном карандаши Nuxe и Vivienne Sabo. Вот он наносится просто идеально. На моих глазах он на тени, вот на
кремовые тени. Не растекается на моих глазах. Карандашик никуда не затекает. Очень хорошие карандаши Венса. Даже вот они, знаете, не нуждаются в представлении. Их все знают. Они недорогие. Так, еще у меня две покупочки вот такие. Это кисть я купила. Ой, знаете, вот прочитать не могу. Это вот сами читайте. Это кисть для растушевки теней. Очень мягкая кисть. У меня, а то есть от Орифлейма. Ой, она жутко жжет. Она мне, знаете, веки просто, можно сказать, царапает. А это вот такая мягкая, нежная. Ой, вообще прям, знаете, прекрасная. Я советую покупки. Покупала на Вайлдберрисе. Сейчас там тоже скидки хорошие. Сейчас везде черные пятницы, везде скидки. Если кому-то что-то хотелось, вот какие-то хотелочки каждого свои есть. А вот сейчас как раз нужно пользоваться этими скидками, я так думаю. Самое выгодное время. Ну и купила щетку для массажа. Сухого массажа тела. Такая щеточка у нас это. Рапин. Это березовая щетка. Она натуральная. Средней жесткости. Упакован, тоже покупала на Wildberries за 230 рублей. По акции. Так она, по-моему, 500 или 700 стоит. 500-700 вот в этих пределах. Запаковано все. Видите, как хорошо пришло. Здесь ручка. Сейчас давайте просто вскроем и посмотрим ее. Видите, все запаковано. Прямо все, чтобы она не болтыхалась. Поэтому сейчас я заберу отсюда, здесь открою ее. Насмотрелась я разных девушек возрастных, так как я сама уже возрастная девушка. И решила, что мне тоже пора заняться сам сухим массажем. Вот березовая щеточка. Щетина кабана. Вот так она выглядит. Очень хорошая. Очень хорошо качественно сделана. Очень хорошо вот. Ну, вот это вот, конечно, я не знаю. Вот эта ручка, но ее, наверное, ненадолго. Она как бы эту, на мебельный, наверное, не скотч, а как это называется? Вот. Не знаю, это, конечно, долго ли, надолго ли. Ну, хорошо держаться будет, нет ли. Но, по крайней мере, с этой же удобнее, если, например, отцепится. Ну, надеюсь, будет долго. Ну, сама вот сделана все качественно. Вот. Вот такая фирма. Рапин. Береза, вон, видите, даже у них такой значок есть. Я не знаю, название показываю, пройдет, не пройдет сейчас у нас с этими ютубными делами всякими, нововведениями. А, забыла вам показать свою любимицу. Раньше, года два назад я ее не покупала. Решила возобновить. Вот мне вот у этой нравится и тоник нравится, и умывалочка, и молочко. Я все, вот эта фирма, раньше я постоянно брала. Сейчас решила возобновить. Это Гарнье. Вот такие были бюджетные покупочки. Здесь дороже 500 рублей. Это вот вышло только у меня. Вот, лак. 513 рублей. Все. Спасибо за внимание всем. Желаю всем хороших, удачных дней. Как можно больше. До свидания.